Я думаю, это просто праздник для тераш... это... День Победы. Всем привет, это Эмма. Пилес, добро пожаловать. Николай Эмлин. Держиш, браток. На английском это Николай Эмлин. Hold on, brother. Я не знаю, если это солдат песни или что, но давай мы смотрим. Николай Эмлин. Держись, брато. О, девушка. Я думаю, это просто праздник для тераш... это... День Победы. Угу. Так серьезно. Русский медведь, you know, Russian bear. Это спецназ, Russian Special Forces. А, я видел Калашников. Держись, братуха! Держись, браток! Хорош!
Хорошо, это все. Спасибо, что вы смотрели. Да, это... я думаю, что... это просто ролик из тем победы и тренировка, солдат тренировка и так это просто, как называется, песня, видео. Ну, все, спасибо, что вы смотрели. У меня мало информации, я говорю сейчас, и так мы будем... мы увидимся скоро, хорошо? Не сердиться, я не могу говорить много, потому что у меня, я не знаю русский. Так, спасибо, увидимся. Пилес!